В администрацию муниципалитета обратились жители Расторгуевской части города Видное. На днях они заметили, что территория, которая относится к привокзальной площади, была огорожена и на въезде установлен шлагбаум. После полученного сигнала была создана межведомственная комиссия, которая выехала на место для проведения проверки. Эту площадку жители города использовали как перехватывающую парковку для автомобилей около железнодорожной станции Расторгуева. Теперь же появились подозрения, что вскоре парковка может стать платной. На настоящий момент установлено, что данный участок ранее значился как неразграниченная муниципальная земля, а около года назад по решению суда был передан юридическому лицу. Сегодня готовится и со стороны инициативы, со стороны земельного отдела, и от меня написано обращение, я проговаривал уже с руководством администрации. Позиция обратиться в суд, чтобы отменить решение суда по предоставлению этого участка. На основании выводов комиссии будет проведено административное расследование в отношении собственника данного участка. Установили границы земельного участка. По нашей точке зрения, что установили не вполне законно. Но законность, как бы, здесь оспаривать не могу, потому что, скорее всего, это на основании решения суда. Но, тем не менее, мое руководство дало нам команду сносить этот участок, границы его. Не право, а границы. Выписку заказали в регистрационной палате. И вот после регистрационной палаты будет приниматься какое-то правовое решение. А сейчас составлен акт насчет этого, то, что поставлен шлагбаум, оставлено ограждение. Будет составлен акт, и мы сейчас будем принимать административное расследование. По итогам расследования в случае нарушения законодательства администрация округа намерена обратиться в суд.